Горсправка. Как получить биометрический загранпаспорт и сколько это стоит? Существует два способа сдачи документов на оформление загранпаспорта сроком действия на 10 лет. Первый способ. По предварительной записи выдача талонов производится каждый вторник в 9 часов утра в кабинете 107 по адресу Ватутина 21. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт. Государственная пошлина в данном случае составляет 3 500 рублей. Второй способ – через единый портал государственных и муниципальных услуг. Электронный адрес www.gosuslugi.ru. Гражданину после подачи заявки назначается день и время сдачи документов, также в кабинете 107 по адресу Ватутина 21. При оплате через портал государственных услуг пошлина составляет значительно меньше – 2450 рублей. Задавайте свои вопросы и смотрите ответы в программе «Горсправка» и на сайте первомедиа.ру.